Одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не
лежать, но особо свитки на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит ей: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Чатава лад пе.
будь отличными, я бы